Так, я сегодня ничего не снимаю. Отвратительная стрелка. Мы приехали на техком. Это первый техком этой сливы. Но со стрелкой есть вопросы, конечно. Антон, а еще стрелку нельзя было покрасивее приклеить спереди? Тёма клеил. Тёма, ну ладно. А то она похожа на какой-то член единорога. Ну, как-нибудь типа вот так вот, хотя бы там. Вот так. Кстати говоря, забыли проводку на фонари. Вчера Димон нам сделал быстренько вот такой вот хоп-хоп. Ну, много чего доделали, например, дверные карты. Это вот тоже экстренное решение. Вот эту сломали по дороге аккуратненько. Ручки пока вот такие вот. Это ремень. Ну, короче, есть вопросики еще, но, как вы понимаете, за месяц по-другому никак. Самый быстрый техком. Ну да. И вот эти вот номера огромные сюда не влезли, поэтому они заходят немного на кузов. Ну, короче, техком пройдет. Ну, что, всем привет. У нас квалификационный день, суббота. Машина намыта, наряжена, Юра готовится. Сейчас я ему аккуратненько туда камеру запиндюрю. И мы с вами посмотрим, как у него будет получаться все на квалификации. Вот так вот у нас выглядит в салоне все перед гонкой. Тут есть такая вот штучка. Я, кстати, таких накупил себе прям несколько комплектов. И по всей тачке расклеим, чтобы можно было для вас снимать самые лучшие виды. Вот. Ремни мои, кстати, супры. Амалогированные. Cobra Drift Works. Блин, столько лет назад я их покупал. И сам на них все гонял. Так вот у нас. Здесь, видите, Drift Bazaar на месте. Еще раз посмотрим на машину в заднице. Ну, тут как бы, если не лайк, то просто уходите отседова. Сюда давай рацию закрепим. Вот сюда можешь, Тёма, сунуть? Да не, не надо, пускай она там болтается. Не-не-не, вот сюда нормально, на ремень самое оно. Он и слышит меня хорошо, и она ему не мешается. Не-не-не, не так, на, подержи камеру. Пятнашечка, помчали. Как мы этого ждали.
Звук, конечно, весьма специфичный. It's a pussy acceleration. А что-то все посерединке как-то максимально едет. Да, и без двадцати. О, а здесь что-то забирает. Хорошо. Вот сюда приехал. Хорошо, но тут такая... Мимо. Ситуация, то, что... Мимо. Ой, совсем. Давай играй с тобой с тобой. Е2. Мимо. Мимо. Мимо сейчас тоже будет. Б4. Клип четвертый. Мимо. А, я забыл, тут же еще, да, они доезжают потом. Ранен. Ранен. Убит. А, Аркадий, а при чем здесь Ярослав Гавриков? Мне просто любопытно. Да он строил эту машину. Я понял. Ну, 70 вот баллов примерно он получает за такой проезд. А так, ну это финал для нас, перерыв в квали, мы идем покушать и будем смотреть следующую группу. Юр, расскажи пару слов своих впечатлений, наверняка народу будет интересно. Да огонь вообще, блин, для первого раза не ноль, уже победа. Ну в целом, как в целом, соревновательная движуха? В целом, соревновательная движуха вообще класс. Но вот так поступать, как мы, лучше не надо. Надо потренироваться, а потом ехать. То, что мы без тренировок просто проехали квалу. Супер. Собрали тачку за месяц, привезли, прыгнули, пару раз проехали, попробовали, ничего не получалось, собрались и проехали на какие-то баллы, вообще огонь. Поэтому для нас это победа. Расскажи про Сочи Дрифт Челлендж, вообще вот сами соревнования, там обстановка, машины, как народ себя ведет там и так далее. Сейчас машина проедет? У меня впечатлений просто масса после кольца. Не хочу никого обижать, но здесь люди дружелюбные, здесь позитив, все просто кайфуют. Результат – это уже второстепенно, просто покайфовать, подпитаться этим солнцем зимой, блин, вообще кайф. Ну а на этих кадрах вы можете видеть, для чего делается перерыв в тайминге, потому что очень много маршалов, очень много задействованного персонала, и все они тоже люди хотят писать, кушать там и так далее. Что у нас в сливе от Тойоты? Нет. Вообще никаких идей? Ну, это слишком сложно догадаться. Какие накладки на педали? Нет. Здесь слишком очевидно. Но слишком невозможно отгадать. Сдаешься? Да, давай. Цвет. Вот можно порадоваться хотя бы тому, что мы не уезжаем вот так. Димон! Или вот так вот, например. А что за модная система охлаждения такая? Я сейчас попробую. Давай Тарасайку, папа было делать. А что, типа так сильно греется после проезда? Мотор говно. Там какая-то хуйня в моторе, да? В моторе там, блядь. Так компрессия, все возгорание в полтону хочет. Сейчас помойка. Вот она причина перегрева. Да, сейчас помойка. Ну и это же, скорее всего, причина отсутствия тренировок у Сани.
потому что два дня его тут вообще не было. Вот он выехал без тренинг, сразу к валу. Ну, а так 30-ка, конечно, красивая вышла. Она еще четырехдверка, а сделана под купешку. Смотрится очень хорошо. Женя, ты видишь, да, как тебе надо сделать все со своей 30-кой? Нравится тебе? Офигенно. Лучшая машина на этом чемпионате. Во всей планете. Во всей планете. BMW E30. Ответственно заявляю. Здесь мем какой-нибудь должен быть. Ужасы нашего городка. Чуть-чуть не в ту сторону. Не то колесо, но она едет. Так, ну похоже это все. Проходной балл, квалы 89. Что-то около того. А, достаточно много народу не прошло, а еще достаточно много народу заквалилось ниже, чем мы. А это успех. Видеоблог механика, давай. Это видеоблог. Она остановилась. Ярик устал и очень сильно попросил меня подснять ему контент. Идем снимать. Что у него загорелось? А что загорелся тебе? У меня сабула масло давануло и все на коллектор. А, заебись, стандартная тема. Сейчас будет, сейчас все будет, бля. Сейчас все будет, будет, бля, сейчас будет. Тем, сейчас будет? Будет, будет. Юр, будет, будет. Все, сейчас точно будет, давай. Было? По-моему, не было. Что-то было, прямые колеса какие-то. Что-то было, да. Но это не то, что нам нужно. Давай следующий. Кто там? Все, что ли? Земцев вроде. Земцев? Земцев? А он же одну уже проехал, или нет? Ну, может, одну проехал. Земцев, ёпа-мама. Земцев, давай, иноземцев. Если вы не понимаете, что тут происходит, это группа здоровья едет. У них по одной попытке. Давай, Земцев, давай, давай. Все, что-то было. В общем, на этом квалификация точно заканчивается. Посмотрим. По-моему, победил чувак на ГТХе Чепиной. Пахмане! 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 Пару слов о заездах. Так, здесь опять контент подъехал. Это заезд за выход в финал у нас. Здесь очень удобная зона пролива радиатора. И веники, я смотрю, у него почему-то не работают. Все, хватит, там уже это, сейчас релекция зальем. Так, пару слов, быстро, говори, говори, давай! Че, жмем газ и едем. Нормально? Боевой дух? Ну да, да, да. Ну вот, мы с Гочи встретились, да? Ну, финал происходит. Финал Ахтямов и Гоча. Так, снова это происходит. Давай еще пару слов. Ну, неплохо, кстати, мне понравилось. Нормально, вот далековато, да. Он там со шпильки стрельнул нахер вообще. А там звука, да, уже в шпильке? Ну, вот на я провалился в слишком глубокий угол перед выходом на длинную дугу. То есть он начал уже уезжать, ну, в медленной связке. Я решил поднажать и чуть-чуть провалился. Слушай, а у тебя греется, у тебя веники отказали или что? Почему греется? Не грелось же до этого. Ну, потому что 1000 клочей идет. То есть машина не везет, а я просто... Давай, братуха! Давай! Максим, что подавляй? Там все зальет! Не... Закрывайте! На вот эту попрыскай! Закрывайте!
показал. Батя просто в здание вошел только что. С ноги причем. Да, да, да. Но это достойно было финала, определенно. Какая корова? А как это красная называется? Красная? Красная не корова. Корова? Я за корову болею, за универсалы! Сейчас пулемет поставлю, я пиздец. Одна из прикольных фишек этого этапа, что награждение будет проходить на подиуме Формулы-1. Вон они уже победители, Бочи первый, Горковенко третий и Ахтямов второй. Народу куча собралась сейчас. Что-то будет веселое. А еще у царя сегодня день рождения. И вот она, стартовая формульного трека. Совсем недавно мы вот на этой трибуне сидели, смотрели формулу. Вверх или вот вниз? Вот здесь тоже. Че? Вверх или вниз пойдем? Вверх пойдем. На вниз пойдем. Кубок и специальный приз в размере 50 тысяч рублей вручает Аркадий Цареградцев, вице-чемпион мира и пилот РДС GP. Награду за второе место вручает Виктор Орлов, коммерческий директор АНО «Росгонки». Кубок за второе место и денежный приз в размере 100 тысяч рублей. И кубок за первое место и денежный приз в размере 150 тысяч рублей вручает директор дополнительного офиса Центральный банк ВТБ в городе Сочи Дамир Нибо. Бабосик дают, видал? И еще раз ваши аплодисменты. Ну и что, мы не будем нарушать традиции? Давайте так чуть-чуть спрячемся. И здесь третье место. Карл Рейсинг, Григорий Бурлуцкий, Илья Мамишев и Иван Памин. Все трое из Санкт-Петербурга. Второе место. Сайдмастерс, Александр Казанцев, Иван Литвин, Роман Тивадар. Екатеринбург, Сочи, Сочи. И победители пинап Делос-Рейс Тим. Никита Лукьянов, Николай Горковенко, Алексей Рыжков. Киев, Санкт-Петербург и Москва. Ваши аплодисменты, призеры и победители командного зачета первого этапа Сочи Дрифт Челлендж. Увидимся на втором этапе. С вами был Евгений Шадрин. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Вот так вот грустненько все выглядит, когда техпарк собирается после соревнований. Тачка наша без фонарей. Фонари заберем, чтобы затонировать дома. А то некоторые прям бомбят некоторых по поводу фонарей. Так что сделаем к следующему этапу. Ну а пока вот все темнеет, пустеет, грустнеет. Но уже, честно говоря, хочется домой. Поэтому будем заканчивать эту серию. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будет много новой информации. И до новых встреч. С вами был Ярик. Пока. Так, я не знаю, что тут видно, но я точно вижу, что Тёма плывет. Смотри, ты можешь схватить свой телефон. Выходи, бобер! Почему бобер? Все, он выжил, все, это нормально. Заебись вода, да? У него день рождения сегодня. Галечный пляж вообще ни о чем. Так, лимончелло возьмите, пожалуйста. Сейчас. Давай. Оп. Нормальный этап съездил. Да. От души.